Ануксен линнон юкси вагнем без карьялан эренду кохтис. Сида майнитых Новгорода нази книгой све вон тугат сада колмики менсейче. Нилю сайо салгаян сеоли эйо сурду хистория листотапах тумуа, кудами свои ахсанала Ануксен линнон мусту меркет. Аунушту ли калпунгикси вуотена 1649, кон шаруветтих ракентамах Ануксен линнуа. Нут теште линнаште ей янут митене, ванхан линнан малли шуав нехевайн калпункин котишеутумусиоса. Эннен линнан ракентамиста аннеттих кешку, ухелла миехелла, йока перехеште пити ошалиштуа линнан ракентамисех. Линна ракенеттих руттох, шина оли какши ошуа, пиенеммеша элеттих войводи та халлинто, шуремаша элеттих калпиехет омиен перехиенкера. Уже через год после постройки крепости. Воси кулуттуа линнан ракентамисеста тапахтуй эншимейни шота ухка, та линна шен кешти. Вайн вуотена 1668 тапахтуй тулипало, та линна пало тухкакши. Шита ракенеттих уваштах, та тема линна монта кертуа полушти меян муата вихоллисеста. Шуреман ошан Ануксен историяшта вьерахат войях тиештуа юри котишеутумусиоса, шен лисекси калпунгиссаке он ракеннуксие, кумпа силло он мукава меннейсюс. Ануксен каунхемалла пайкалла шейсоу кириккё, ше шейсоу шуарелла, мекриян та алавойсен йокиен yhyntä kohdalla. Корабли, которые плыли здесь по Алонке. Лайват кумпасет пьештых Ануксен алавойсен йокие мюетен эншикши нехтих кириккё, мёс мелех тулу вертавуш. Мита варон тие, йо ше ей вие кириккё. Меян тапоукшеша Ануксен кириккё виеу колме шилтуа. Кириккён лехелле он пуйсто. Шилläкі он мукава історія. Пуйстон ішента олі каупієш куттуєв. Та хенен кешкін муках мечан хойтая Матвей Поцеловский рупісі хойтамах пуйстуа. Та ще пуйстоша елі рійкін куккуя, кумпасіста Аунукшелайстет култих вайн тарінойса. Аунукшеша он ейен історіаліста кохтуа, та монет ніста олла хуонуша кунноша, есімеркіксі гімназіян ракеннуш. Здание Екатерининской гимназии расположено недалеко. Екатеринан гимназия оли ракеннет до 1900 алувун алуша, ше он котишеуту музеон лехеллä. Найсиен опашушлайдокшен тоимintua ауто каупиеш куттуевин ваймо, те тешше гимназиеша опашуттих paikalliset tytöt. Nyt se on oikein huonossa kunnossa. Tämä oli vain pieni osa Ануксен nähtävyyksistä. Kaupungissa vieläkin suau löytyä mukavia rakennuksia. Kauppiehien taloja, kirikkoja, hallintorakennuksia. Ульяна Тикканин, Игорь Истратьев, Павел Музыка. Viestit Karjala Ануксеста.